Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня четверг, и у нас очередная встреча в нашем эфире Facebook Live с Людмилой Пинцак «Управленческие полезности». Рада вас приветствовать в канун замечательного праздника, в канун Нового года. Я сегодня... Эфир наш немножечко отложился на позднее время, потому что интенсивный, очень загруженный день у меня как тренера. Максим, рада вас здесь приветствовать. Я знаю, что вы смотрите наши управленческие полезности. Спасибо большое за лайки, коллеги. Спасибо, друзья. Нажимайте кнопочки «Поделиться». Я думаю, что эта информация будет полезна многим. Но сегодня я бы хотела просто с вами... Не то, чтобы поговорить, а действительно расставить точки над «и». И поднять этот вопрос, зачем вообще нам это нужно? Что такое эти точки «и»? Как управленцам, как руководителям, как управленцам, как руководителям проектов, как руководителям в каких-то отраслях разных. Боря, спасибо большое за активность, мне очень приятно. Итак, что такое точки над «и»? Канун Нового года, когда мы делаем, ну, это социальный дедлайн, который, ну, так скажем, навязан немножечко социумом нам, или мы сами себе делаем какой-то стоп, тайм-аут и анализируем наши действия. И вот в рамках этой программы «Канун Нового года» мы все анализируем, делаем новые планы, делаем карты сокровищ, делаем какие-то наброски, чтобы мы хотели получить в следующем году. И почему именно... Привет, Аня, рада тебя здесь видеть. Очень важно действительно поставить все точки над «и». Хочу заметить такой факт, что я в проекте «Управленческие полезности» очень даю много техник, много практичных инструментов, которые можете использовать у себя уже завтра в бизнесе. Но что очень важно? Важно то, чтобы вы понимали, что это лично мой опыт, это лично мое сознание, лично мои техники, которые работают у меня, которые дали качественный результат, которые, ну, не то, только то, что я ожидала, и намного больше того, чего я ожидала. И я готова с ними поделиться. После третьего, уже, наверное, точно третьего эфира, ко мне начали писать комментарии, личные сообщения, что зачем я даю столько полезностей, столько практичных инструментов бесплатно? Что же я буду давать в платных программах? Итак, дорогие мои коллеги, дорогие мои друзья, мой опыт на позиции топ-менеджера, мой опыт в консалтинговом бизнесе, спасибо Вселенной, но он такой огромный в плане техник, в плане инструментов, что я действительно могу делиться этими всеми фишками, ну, наверное, жизни три. Без зазрения какой-то, ну, без фальши. Действительно, очень много всего. И на платных программах я не боюсь, у меня очень много узких заточек. Потому что если это платная программа, это индивидуальная работа, она потому это и называется индивидуальная, потому что мы рассматриваем действительно именно вашу проблему, именно ваш фокус. Если это корпоративный заказ, это только ваша компания. И ни одна другая компания не сравнится и с теми задачами, которые стоят перед вашей командой. И эти все пробники, да, управленческих полезностей или других бесплатных ресурсов, это только пробники. Я рада, если они у вас работают. Я рада, если они у вас приносят результат. Но, тем не менее, на платных программах у меня намного больше и намного обширнее есть инструменты. А сейчас мы поговорим над точками над «и». Почему я хочу сказать, что да, я даю много ресурса, я рада, что вы его используете, я рада, что у вас это получается, и я действительно готова делиться еще больше. Но это только ваша ответственность за результат, который получаете именно вы. Потому что это все мой опыт. Я хорошо, у меня получилось, это круто. Результат ваш – это ваш результат. Берите, используйте техники, но, пожалуйста, правильно вставляйте координаты, пожалуйста, правильно выставляйте все точки над своими «и». Потому что мы делаем очень много предварительной, подготовительной работы, но не умеем завершить, да, то, что называется «танцевала, танцевали, не покланялась», да. Правильно делайте резюме, правильно делайте выводы, потому что если не будет вывода, не будет
того эффекта, к которому вы стремились. Если не будет правильного осознания, если даже ваш проект пролетел, если многие клиенты мои, с которыми я работаю, ну, были такие непростые ситуации в жизни, что они понимали, что влет в деньгах, влет в ресурсах, влет во времени, как минимум. Тем не менее, я призываю всех, анализируйте эту ситуацию. Действительно, ставьте все точки над своими «и», какие бы они ни были, или это звездные точки, или это какие-то жирные кляксы. Проанализируйте, для чего вам нужен был этот опыт, что он вам дал, какое осознание вы получили, с какими людьми вы встретились и с кем идти дальше по жизни или по профессиональной деятельности и вообще в личном направлении. То есть грамотная и пропорциональная, вовремя поставленная точка над вашим «и» дает, ну, не то что колоссальный результат. Гёкман пишет, что я устал. Устал от чего, интересно? От лайков. Спасибо большое за лайки. Я говорю сейчас о том, что, ну вот, поставил человек точку над «и», он устал уже. Я хочу сейчас продолжить о том, что действительно нужно правильно делать выводы. Хороший результат, плохой результат, сделали вывод для себя, сделали какое-то сознание и поехали дальше. Тем более сейчас, канун Нового года, проанализируйте свою деятельность, поблагодарите себя за активность, поблагодарите себя за то, что вы есть в этом мире, поблагодарите мир за то, что он постоянно делает вам подарки. И двигаемся дальше. Ставим нашу звездную точечку над нашим и двигаемся. А на сегодня в наших украинских полезностях, думаю, что будет достаточно информации. Рада вас видеть всех, мои друзья. Нажимайте кнопочку «Поделиться», если вам была эта информация интересна. Не скупитесь на лайки, мне очень приятно, я все лайки наблюдаю. Даня, так и люблю, это правда. Я согласна, действительно, это нужно делать, надо подчеркивать. Встречаемся в следующий четверг, уже праздничный четверг, канун Рождества. Я подготовлю новые техники. Сегодня хотелось просто проанализировать. Сегодня не хотела вас грузить какой-то важной, серьезной информацией. Сегодня хотелось просто сказать, ребята, скоро, коллеги, друзья, скоро Новый год, отдыхайте. Вы умеете хорошо работать, умеете хорошо отдыхать. Поставили свою точку над «и» и двигаемся дальше. А с вами была Людмила Пинцак, бизнес-тренер, коуч, автор программы «Реинсталляция продуктивности команды». До новых встреч до следующего четверга в управленческих полезностях. Пока-пока. Хорошего всем вечера.